Ежегодно 8 января в нашей стране отмечается День работников органов прокуратуры. В преддверии этой даты по всей республике проходят различные мероприятия с участием представителей сферы. Одна из таких – встреча трех поколений – состоялась в Государственном музее вооруженных сил Республики Узбекистан. Укрепление мира и стабильности в стране, обеспечение благополучия народа, воспитание всесторонне развитой личности, почитающей старших и безгранично преданной родине – главные приоритеты современного, нового Узбекистана. В целях утвердить в молодых людях благородные чувства патриотизма, справедливости, уважения к закону стало доброй традицией организовывать мероприятия, объединяющие славную историю, настоящее и будущее. Своей мудростью, опытом и знаниями представители почтенного возраста делятся с юным поколением. Рассказали о жизненном пути и проявленном мужестве. На встрече по случаю Дня работников органов прокуратуры и 31-й годовщины образования вооруженных сил Республики Узбекистан приняли участие курсанты высших военных образовательных учреждений, Академии вооруженных сил и МЧС, Университета общественной безопасности, а также учащиеся школы Тимурбеков. Для каждого из них быть достойным великих предков, жить с чувством сопричастности к развитию государства поистине священный долг. Мы встретились с опытными сотрудниками органов прокуратуры и вынесли для себя очень много нового и полезного. А точнее, как формировалась эта система и о ее роли в жизни общества и государства в целом. Нам объяснили, насколько важно верховенство закона и принцип справедливости. Это достигается путем обеспечения прав и свобод каждого гражданина. Участникам мероприятия представлена подробная информация о происходящих в сфере обновлениях, реформах. Сегодня Военная прокуратура республики осуществляет свою деятельность, исходя из благородной идеи за человеческое достоинство. Особое внимание уделяется повышению правосознания и правовой грамотности военнослужащих, воспитанию молодежи в военно-патриотическом духе. Атмосферу праздника дополнила концертная программа. Со своими лучшими произведениями перед собравшимися выступили оркестр Министерства обороны и художественный коллектив Университета общественной безопасности. Прокуратура, да. Работать в органах прокуратуры – большая честь для нас. Это оказанное нам доверие со стороны народа, государства и лично президента страны. Сегодня это как никогда актуально, так как руководитель страны уделяет огромное внимание искоренению коррупции, обеспечению верховенства закона. Организация вот таких мероприятий, как встреча трех поколений, инициированная президентом, вносит огромный вклад в духовное формирование молодежи. И перед нами большой долг донести до подрастающего поколения основы профессии – служить народу и защищать его. По случаю праздника ветеранам органов военной прокуратуры вручены памятные подарки. Еще одним ярким моментом духовно-просветительской встречи стало ознакомление участниками встречи трех поколений с экспонатами Государственного музея вооруженных сил и Музея истории прокуратуры Узбекистана.